Ровно в 6 часов вечера 10 площадок нашего города начали свою работу в рамках культурной акции «Театральная ночь». Профессиональные театры, городские дворцы культуры все готовы были принять желающих в этот день. Окунуться в мир театра можно было абсолютно бесплатно. Пожалуй, самой зрелищной и необычной площадкой стал конный театр «Дармар». Вообще, это замечательная идея. Мало того, что мы можем показать себя, продемонстрировать конный театр, потому что, ну, я считаю, это необыкновенно очень. Это настолько интересно, захватывающе. И люди действительно не знают, на что способны лошади, на что способны всадники, спортсмены, даже детишки, которые только-только начинают ходить. Я считаю, это здорово, это надо проводить все время. Ну, давно интересуюсь театром, очень интересно. Решил посмотреть, ну, сам процесс. Здесь понаслышке очень хорошие тренера и, конечно, лошади, ну, достойные того, чтобы на них посмотреть и видеть. Я первый раз, например, смотрела какой-то конный вид спорта, ну, как такового. Ростовые куклы где-то еще было. Было интересно посмотреть, жаль, что одновременно. Как-то надо маленько по времени разбавить. На день и на ночь. Мы набираем людей и ездим по точкам, где они могут остановиться и посмотреть, что им нравится из репертуара. У нас такая идея задействовать все площадки, которые есть в театре. Это вещи у нас идут, это больше детские, аниматорские вещи. Экскурс по театральной жизни, которая представлена в виде, ну, неких таких экспонатов, которые будут переодеты костюмы у нас, наши актеры. Каждый пришедший может попробовать также на себя театральный какой-нибудь образ. Надеть костюмы, попробовать грим, и приклеить усы, бороды, и надеть парики. У нас большая детская интересная площадка, интерактивная, на театре кукол, где мы сейчас имеем место быть. На этой площадке у нас идет как уличная интерактивная программа детская, развлекательная. На ней был только что показан замечательный и прекрасный спектакль силами актеров театра, поданный для наших детей. Это было шоу «Ростовых кукол», очень интересное. Ну и, конечно же, сейчас идет по театру обзорная экскурсия. То есть любой ребенок, любой взрослый может посмотреть, что такое куклы, что такое декорации, потрогать это все руками. Для меня это интересное представление. Когда там показывают кукол или тень. Есть много видов театра. Есть кукольный, есть человеческий. Гостиный двор, он позиционируется у нас как площадка современного творчества, то есть на ней будут выступать современные коллективы с самыми различными жанрами, то есть это и современная хореография в сочетании с пластикой современной, с живописью. Понимая, что много проблем и так у театров, особенно в преддверии открытия сезона, в общем-то я попытался аккуратно донести свое желание и возможность провести именно в преддверии театрального сезона, в преддверии открытия театрального сезона, провести такую уникальную пиар-компанию, в общем-то, для театров. И не только для театров. А сегодняшняя театральная ночь закончится большой видеоинсталляцией на здание администрации города. Мы научились танцевать танец. Ирландский танец. Это вообще просто зажигательно. Всем спасибо большое за такое организованное мероприятие. Только танцевать училась там. Ой, очень красивый. Это очень красивый танец. Мне очень сильно понравилось.